общем, нормально все. В общем, все хорошо. Это, ну, вчера, правда, на экскурсию не поехал. Там люди уже были, сказали, полная ерунда. Я решил, знаешь, полежу в номере немного, книжицы почитаю. Я же там взял с собой там Тома Сойера, Тихий Дон, там, ну, маленькие книжки такие, да. Не звонил вчера, ты прости, не звонил, потому что там поменяли что-то с Wi-Fi, непонятно, ни кода не знаю, ни черта, но с Wi-Fi с этим. Это еще кто? Где? А, так это, ну, девушка, она код Wi-Fi знает, от код, я пришла, мне написала сейчас. И поэтому она в твоем номере в полотенце? В каком полотенце? Здесь очень плохо с сервисом. Очень плохо. Одно полотенце на несколько номеров. Вот человек принес, не поленился. Потому что сегодня моя очередь. И вообще, хватит этой... неоправданной ревности, хватит. Я, между прочим, семейные деньги экономлю. Бюджет этот семейный. Вон, видишь, с подселением живу.